Главу Богучанского района Александра Бахтина задержали. По данным правоохранителей, он вымогал взятку за разрешение на строительство детского сада. В итоге подрядчик заплатил главе района 1 000 000 рублей. Деньги Бахтин получал частями через посредников. Накануне его задержали и доставили в Красноярск на вертолете. Сейчас с Бахтиным работают следователи. Эту операцию МВД, ФСБ и Следственный комитет готовили несколько месяцев. Чтобы собрать информацию о преступлениях чиновника, оперативники провели около 20 обысков. Выяснилось, что, будучи главой Богучанского района, Бахтин неоднократно получал откаты от местных бизнесменов. Точную сумму пока выясняет следствие. Однако уже известно, что это 1 000 000 рублей. Вообще он организовал преступную схему на территории района, согласно которой он незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались муниципальные контракты по строительству объектов недвижимости на веренной ему территории. Это примерно 10% от стоимости каждого контракта. Александр Бахтин занимает свой пост уже 13 лет. За это время он неоднократно бывал в центре громких скандалов. Земельные участки в Богучанах нередко получали родственники Бахтина. А 3 года назад новости 7-го канала рассказывали о жительнице района, которая устроила одиночный пикет возле краевой администрации. Она протестовала против завышенных цен на ЖКХ. За ветхое аварийное жилье люди платили по 12 тысяч рублей. Они неоднократно писали обращение в МВД, обвиняя Бахтина в коррупции. 2 года назад в Богучанском районе разразился скандал, связанный с массовыми нарушениями на выборах в Заксобрание и Госдуму. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие просит всех, у кого есть информация о преступлениях главы Богучанского района, обращаться в ближайшее отделение полиции или звонить дежурную службу ФСБ по телефону 2-309-320.